Здравствуйте, девчонки, мальчишки, малыши и малышки. Мы с Эвелинкой продолжаем решать задачки. Эвелина, ты готова? Да. Молодец. Тогда я тебе сейчас дам задачку. Чуть-чуть подумать, мне кажется, надо. Слушай внимательно. У веревки длина 12 метров. И эту веревку разрезали на несколько частей. И в каждой части было ровно 2 метра. Вопрос. А сколько частей всего получилось? Значит, у нас есть веревка, так, которая длина ее 12 метров. Правильно. Ну, это каждый может понять. Что я сказал, 12 метров у веревки. Ну и что дальше? Ее берут и режут, так. Одну веревку разрезали на две части. На две части. В каждой части было по 2 метра. Правильно. Ну и что? Значит, у нас получается, что 12 разделили на сколько-то частей, что получилось... 2 метра. Да, в каждой части. Или наоборот, мне кажется, можно сделать. Значит, 12 разделить на 2. Вау! Так. 12 разделить на 2. И что тогда будет? Равно, значит, получается, разделили на 6 частей и в каждом по 2 метра. Правильно, ну так и напиши, сколько будет 12 на 2. Равно 6. И вот теперь у меня вопрос, я тебе задаю вопрос, а ты быстро отвечаешь. А сколько всего метров было? 12. А сколько было в каждой части метров? 2. А сколько было всего частей? 6. А если я 6 частей по 2 метра возьму, все вместе сложу, сколько я получу? 12. Ну, правильно, молодец. Ну что, Эвелинка, скажи всем, как всегда, что? Всем спасибо огромное и всем пока. Пока-пока!